отличненько, дорогие друзья. Водитель завел свой автомобиль. Мы погрузили все ящики и выиграли. Он поехал на склад к себе. Давай, водитель, пока-пока. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство. С вами, ребятки, как всегда, Юра. Круто, ребятки, все круто. И мы продолжаем играть нашу замечательную, ребятки, игрушку под названием Погрузчик 5. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами уже дошли очень вузки далеко. Вот 16 уровень у нас открылся. Что это, ребят, давайте, собственно, с вами и посмотрим, что здесь надо делать. Так, у нас есть баскетбольный мяч, который нам надо забросить туда. Или что с ним? А что там так темно-то? Там свет должен включиться, да? Так, давайте поедем сюда. Так, заберем этот мячик и закинем его, что ли? Меня раздавило, ребята. Меня раздавило, а мяч попал. Это не мяч. Как же мне сюда засунуть? Так, вот у нас есть все, что надо. Куда это я залетел? Вот я. А как же мне его там зафиксировать? Смотрите, мы берем его полностью. Да. Сейчас я вам покажу, ребятки. Смотрите. Мы вставляем его сюда. Вот так вот. И отпускаем. Все, он зафиксировался. Быстрее на колеса остановись. Поехал. Отличненько, молодец, умница. Видишь как? А я и не думал, что там фиксация есть наверху. Теперь после того, как мы узнали, что там есть фиксация, мы с вами, ребятки, с легкостью преодолеем. Опа. Так. Теперь, ребята, мне этот ящик, надо привезти на склад. А чтобы, ребятки, его привезти на склад, нам надо вернуться. Быстренько вот так вот сюда, Давай. Что это было-то такое? Давай, газу. Поехали, малыш, да что ты будешь делать, а? Я прям не могу. Так, ребят. Вот, давай, малыш. Поехали. Что такое? Отлично. Что-то происходит. Не могу никак ни проехать, ни пройти. Так, ну хоть как-то, ребятки, мы с вами его все-таки это закинули. Все, отлично, дорогие друзья. Машинка завелась. И это просто, ребятушки, замечательно. И это просто, ребятки, круто. Так, ребяточки, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас идет дальше. Так, давайте, наверное, звук немножко, ребятки, сделаем потише, потому что он довольно-таки громкий. Так, ну все, ребятки, погнали. Теперь мы с вами переходим к следующему уровню. Так, а здесь у нас следующее. Вот у нас приехал лифт. Так, у нас два ящика есть. Наверное, нам их нужно сейчас будет забрать, пускай еще раз приедут. И... Все, понял. Теперь я понял, что нам, ребятки, надо сделать. Смотрите. Нам надо их забрать, эти ящички. Идите сюда. Так. А, тут без фиксации кнопки, ребятки. Поэтому нам надо ящики вот эти сюда, собственно. Да ну что ж ты, погрузчик. Давай, так. Отлично. Первый ящик есть. Давайте второй поставим.
Так, подъезжаем, ребяточки, близко-близко вот сюда вот. Берем второй, давай-давай, ящик, быстрее давай ко мне. Берем второй ящичек с вами и ставим его, его тоже, так сказать, на место. Все. Так, все, ребята. Ящики стоят или нет? Так, ящики стоят. Но почему не открывается стенка? Ага, все, понял. А вторая стенка где? Ага, понял. Нет, ребята, мне надо внизу, наверное, нажать на кнопку. Подождите. Вот этот нам надо забрать. Вот тут вот. Давай. О, ребята, вот оно. Теперь оттуда надо забрать. Смотрите. Мы теперь отсюда забираем два ящика наверху. И нам легко приходится теперь проходить эту игру. Смотрите. Раз-два. Все, здесь у нас открылось. Нас лифт везет наверх. Мы проезжаем сюда. Забираем эти два ящика. Так, это только один. А где второй-то? Ладно, в общем-то, не важно. Мы... Иди сюда. Сами только в том, что мы его забрали. А то все, уже не важно. Так, пускай пока здесь валяется, внизу. Так, ребяточки, теперь проезжаем вот сюда. Вот, отлично, круто. Поехали, давай, лифт вверх поднимайся. Так, забираем второй ящик. И везем его с вами сюда. Давай, поднимай его. Все, ребятки. И отсюда уже. Ты сальто крутишь. Так, и сейчас мы с вами берем... И заталкиваем вот эти ящики на свои места. Так, сначала его надо взять, потому что... Вот так. Давай, поехали. Ребята, я сейчас взорвусь, наверное. Давай быстрее. Чуть-чуть неправильно мы сделали, сейчас мы... Переиграем. Вот так вот. Вот так. Все, один ящик на месте. Поехали за вторым. Так, ребятки, чуть лифт нас не придавил. Потому что раздавил бы напрочь нас. Так, меняем с местами ящичек. Отлично. Так, и теперь нам с вами задача следующая. Перевести, ребятки, этот ящик в следующее положение. Вот сюда вот где-то поставить. Опа! Все, машина завелась. Отлично, машинка уехала. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами прошли этот уровень. Ну что ж, давайте перейдем к следующему. Так, ребятки, 18 уровень. Здесь довольно-таки серьезный. У нас есть пропасть, с помощью которой, ребятки, можно упасть вниз и попросту, наверное... взорваться. Давайте попробуем с вами. Да, ребятки, пропасть у нас такая. Мы туда падаем и проигрываем. Так, забираем с вами бочечку вот эту. И, наверное, забрасываем ее с вами сюда. Нет, не получилось. Подождите. Так, ребяточки, немножко не получилось. Сейчас мы с вами ее... забросим туда, куда надо. Вот так вот. Так, следующая кнопка у нас появилась. А к чем же мы ее достанем? Кнопкой достанем нашей? О, отлично, ребята. Классно, все. Теперь мы с легкостью забираем ящички наши. Так, ложим их аккуратненько здесь. И толкаем их сюда. Опа. Так, второй также, ребяточки, забираем. Давай, малыш. Вот так вот. И толкаем в эту сюда. О, отличненько, дорогие друзья. Водитель уехал туда, куда ему надо. С нашим грузом, так сказать. Так, ребятки, ну что ж. Поехали дальше проходить нашу замечательную игрушку. Ого, сколько здесь кнопок. Вот это, конечно, да. Вот это, конечно, ребятки, уже довольно-таки круто.
Так, ребята, а что же мне здесь делать? Так, ну давайте попробуем. Ага, это открывает следующее. Это открывает следующее. И это открывает следующее. Вот так вот нам надо. Вот так вот, наверное. Ребята, все, я понял. Все, мячик мы оттуда, ребятки, забрали. Так, и нам надо сделать, ребятки, следующее. Смотрите, мяч нам надо поставить. Так, вообще, как же мне тут тогда проехать? Давайте подумаем логично. Подождите, мяч был там, мы его забрали. Мы его забрали сюда. Вот он у нас тут есть, этот мяч. Так, это что у нас? Вот так вот. Опа. 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 Отлично, дорогие друзья, и мы с легкостью прошли этот уровень. Так, ну что ж, пойдем, ребятки, дальше. Так, ребятки, уровень 20. Так, а что же нам надо делать? Ага, там эскалатор. И туда, наверное, надо нам пустить ящик. Потому что... другого выхода все равно у нас, ребятки, нет. Давайте берем вот этот ящичек и пускаем его по эскалатору. Поехал, малыш. Так, ну что ж, ребятки. Отлично. Там постоянно будет у нас кнопка. Так, все, теперь у нас откроется эта штука. Круто. И мы теперь с вами с легкостью можем, ребятки, давайте затолкаем ее вот так вот, пускай она упадет. Так, теперь давайте, собственно, с вами сами упадем. Вот так вот. Так, возьмем вот этот ящик. Вот так вот. Отличненько. Так, все, ребятки. Ящичек мы первый затолкали с вами. Быстрее, быстрее, быстрее. Бери, бери. Там чуть-чуть. Вот так вот. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Теперь быстренько едем, едем, едем. Да, нет. А, нам все, понял. Большой ящик надо сюда поставить. Теперь забираем маленькие ящички, ребятки. Вот они. Я провалился сам уже в эту яму, ребят. Все, теперь маленькие ящики, ребятки, забираем сюда. И второй маленький ящик, ребяточки. Забираем тоже сюда. Почему я взорвался? Мой двигатель не выдержал, что ли? Ребятки, вы видели? Я взорвался. Вот это да. Таких приколов я еще не видел. Давай проезжай. Мой ящик застрял. Отлично. Отлично, дорогие друзья. Поехали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Погнали, 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 погнали. Так, давайте дадим, пускай ящик упадет у нас. Теперь сделаем вот такой вот маневр. Теперь сделаем вот такой вот маневр. Давай, малыш. Так, теперь делаем следующий маневр. Бросаем этот ящик на кнопку. Неправильно немножко. Так, я не понял, ребятки. Как же нам его с вами схватить, чтобы проехать? Вот так. Все, теперь мы его ставим здесь. Все, и таким образом у нас теперь открывается здесь дырочка, дверца. И мы с вами забираем ящичек. Так почему я взрываюсь, ребятки? Таких приколов я еще не видел. Не, ну реально. Я же не должен взрываться. А, наверное, нельзя. Я все понял. Теперь я все понял, ребята. Надо более аккуратно их оттуда вынимать. Назад немножко. Отлично. Так, забираем здесь первый ящик. Давайте ровно заберем его. Все.
Все, ящик у нас есть. Мы его ложим здесь. Так, или кладем. Так, так, так. Следующий ящик у нас тоже есть. И мы его тоже здесь кладем. Ну что ж, поехали. Отличненько, дорогие друзья. Водитель завел свой автомобиль. Мы погрузили все ящики и выиграли. Он поехал на склад к себе. Давай, водитель, пока-пока. Отличненько, дорогие друзья. Мы с вами прошли этот уровень. И мы с вами открыли, ребятки, 21 уровень. И это все просто замечательно. Просто круто. Круто-круто, все круто. А если вы посмотрели этот видосик, значит, вы тоже, ребятки, крутые. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчик вверх, ребятки. А с вами был, как всегда, Юра. До скорых встреч, ребята. Пока-пока.